А вот и казино. Поднимем бабки, а? Так, главное, не мешайте мне. Главное, твари, не мешайте мне. Я запомню всех вас в лицо. И размажу его об плитку так, как сделал это сейчас. Не надо. Я видел твою сестру, она блевала, но была жива. Хотя лучше бы она превратилась в зомби. Она хоть не блюет, когда зомби. Да дайте мне засунуть деньги в автомат, твари, а! Ох, как вы меня бесите в большом количестве. Ну? Кто теперь пляшет, твари? Эй, эй, эй! Блин, что-то я проигрываю. Надо за другой переселяться. Да ну нафиг. Опять без бабла так останусь. Да еще и в сложных условиях зомби-апокалипсиса играть не особо приятно. Денежки. И злобный бармен. Так, чаевые мне. Все понятно. И жратву тоже мне. Все, поперли. Так, куда нам? Туда. Где мое бабло, твари? Да чтоб тебя. Дурацкое заведение. Оп! Оп! 800 баксов! 800 баксов, твари! Вы видели такое, а? Да идите нафиг! Мой автомат! Мой автомат! А, отбили все-таки. Вообще-то я хотел стул взять, а не положить 100 баксов. Вот так и превращается в игроманов. Хотят взять стул, а кладут 100 баксов в автомат. И я в этом не виноват ни разу. Понятно вам? Может, кто-то сомневается? Тихо, 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 тихо. Спокойно. Ладно, ты можешь сдохнуть, ты тоже. Что за... зеленый гам? Я бы не стал это есть. Фу, блин. Ладно, хоть здоровье пополнилось. Я сразу заметил, что он зеленый. Слушайте, он, по-моему, кровью обосрался. Понятно, почему он держался за живот в прошлый раз, потому что все это было тухлое. Так, ну мы, в общем-то, на месте. Посмотрим, что здесь интересного. Да там, кстати, я слышал голоса, видимо, мародеры. Нет? Усилитель? Это неплохо. Да, это определенно неплохо. Махать шнягой килограммов в 10. С таким упорством. Парень-то в форме. В форме гавайского туриста. Банкомат! Банкомат! Да получи ты лампы по жбану. Что, нельзя сделать ничего с банкоматом? Да по-любому его можно разбить. Не впаривайте мне. Не сейчас, парень, не сейчас. Везде автомат, на каждом шагу, даже в торговом центре. Для особо яростных задротов. Подарочек. Не желаете ли, а? На халявку-то. Да отвали! Отвали, я сказал! Нет, 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 я сказал не кусать меня, а отвалить! Вы как-то путаете понятия. Блин, здесь есть что-нибудь посерьезнее, чем подарочные коробки и футболки?
Ими довольно-таки сложно убивать зомби, которые вгрызают тебе в шею. Как граф Дракула, обдолбанный коксом. Что-нибудь, ну, что это такое? Что это за дерьмо? Что за Эйвен? Интимиссими, мать его. Ну, хоть кофейка может попить. Как бы ему снова плохо не стало. Динамит? Нифига себе, приехали. Ага, мы дошли. Весьма и весьма неожиданно. Такс. Что-то время от его задания не движется. Видимо, бессрочное, хотя... Так, давайте сохранимся. Отличненько. У них автоматы, а у меня кувалда и динамит. Ну, у тебя губы больше, чем очки. Мой енот смотрит на него как на говно. Ну, теперь у меня настоящие проблемки. Знал бы, взял бы пистолет. Хотя бы. Хотя динамит. Динамит. Твою налево! Так, дрянь, иди сюда. Спокойно, спокойно, ребят, спокойно. Иначе я буду на нервах. А это гораздо хуже, чем вы на нервах. Гребаный пуленепробиваемый. Офигеть. Вы это видели, а? Ну это просто кидок так кидок. Я фиг знает, как к ним подобраться, честно говоря. Да ну тебя нафиг! Опаньки! В жбанчик получил. Вы мне хоть здоровье-то восстановите? Парень, как показывает практика, там есть кнопка, которая открывает эти решетки. Каким хером ты вообще здесь на мотоцикле оказался? Ну что, погоняем? Гонка за поездом. Тикей пытается уехать на поезде. Догоните его на своем мотоцикле. Он не мой. Запрыгните на поезд и остановите Тикея. А здоровье твари не восстановили. В
Сложно представить более дубовое управление, чем здесь. Так, отлично, я пропустил эстакаду. Отлично, я пропустил еще одну эстакаду. Отлично, я пропустил третью эстакаду. И вдобавок они отрываются. Зараза. Так. Уже ближе к истине. Да за... Ну нифига себе. Обо что это я долбанулся так? Они еще динамитом меня покрывают. Засранцы. Что тут скажешь? Не вдолбаться бы во что-нибудь. Ну давай! Ну давай! Да это что было? Господа, у меня к вам претензии. Что это было? Да ну не туда! С таким управленцем можно было просто удалять игру сразу же. Но я все-таки сделал. Стреляли, стреляли, а здесь что-то трусанули. Сейчас в упор будут расстреливать, я чувствую. Может, не надо? Так, ведра с красками. Чё, получил? Нет, не получил. Получи еще. Засранец. Хедшот. А пожрать что есть что? Надеюсь, не просроченный. Так. Еще тридцатка. Упаковка гвоздей, нафига? Ауч, 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 тварь, а? Только дайте мне прицелиться в вашу тупую голову. И вы пожалеете о том, что родились на свет. Фанеру можно в качестве щита использовать, так понимаю. Ну, сачку за победу. Пару литров всего-то. Camera loves you, Chucky.